за самую умную и прекрасную женщину, которую я когда-либо встречал в жизни. Спасибо. Поприветствуем доктора Элис Хауленд. Спасибо. Надеюсь, увидев эти неуверенные шаги, вы убедитесь в том, что... Элис, где ты была? Бегала. Надеюсь, тебе понравилось, потому что наши планы на ужин теперь можно послать к черту. Нам нужно поговорить. Со мной что-то не так. Что случилось? О, боже. Вы разводитесь или... Нет. У меня болезнь Альцгеймера. Ранняя стадия. Господи. Слова будто висят передо мной, и мне никак их не достать, и я даже не знаю, кто я, и не знаю, что будет со мной дальше. Стетоскоп. Тысячелетие. Ёжик. Хочу, чтобы ты поступила в колледж. Не используй свое состояние, чтобы давить на меня. Почему нет? Потому что это нечестно. А мне не обязательно быть честной. Я твоя мать. Меня бесит, что это со мной происходит. Но мы не можем отказываться от важных вещей в своей жизни. Мы должны пытаться преодолеть болезнь. Или сойти с ума. Может, завтра я уже не буду собой. Не говори так. Я не страдаю. Я сражаюсь. Сражаюсь за то, чтобы продолжать жить. Чтобы не отдаляться от тех, кто мне близок. Я говорю себе, живи мгновением. Это, в общем-то, все, на что я способна. Жить мгновением. Все еще Элис. Джулиана Мур, Алек Болдуин и Кристен Стюарт.